Встречаем Орел на сцене. Королева диско Наталья Гулькина. Давным-давно все времена, где были рыцари по счете, пришла жестокая, и побеждали то, Дон Кихоты, там жил герой моей мечты, Айвенго, рыцарь, где же ты? Поет, где ты сейчас? Вы такие молодцы, он очень современный, очень модный, очень чистый, красивый. Ну, во всяком случае, то, что я вижу здесь, когда мы подъезжаем к площадке, вот этот прекрасный грин-центр, друзья мои, ну, это замечательно. Вам видно там? Все в порядке. Ну что же, я всех вас приветствую, мои хорошие. И прямо сейчас мы с вами отправимся на несколько минут в Китай. Как вы на это смотрите?
Тогда я попрошу вас подпевать в конце каждого припева фразу. Это? Это? Да, вот так, громко, чтобы все-все. Поехали! Отправляемся в Китай! Это не так уж и было и давно. Хотя время летит, не успеваешь оглянуться. А слова такие у песни. А может, это просто мираж, и он растает так же, как дым. Ты думал, что любовь — это блажь.
ты просто никогда не любил. Готовы? Вспомнили? Огни наших дискотек!